Среди всех органов чувств глаза занимают особое место. До 80% информации, получаемой организмом извне, проходит через глаза. Давайте посмотрим 20 удивительных фактов о глазах, о которых вы, скорее всего, еще не слышали. Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда. Каждый 12-й представитель мужского пола – дальтоник. Ваши глаза всегда останутся такого же размера, что и при рождении, а уши и нос не перестают расти. Глаз человека способен воспринимать только три участка спектра – красный, синий и зеленый. Остальные цвета являются сочетанием этих цветов. Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что последнюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах. В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений. Глаза передают в мозг огромное количество информации каждый час. Пропускная способность этого канала сопоставима с каналами интернет-провайдеров крупного города. Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду. Майя считали косоглазие привлекательным и пытались сделать так, чтобы их дети были косоглазыми. Пираты использовали повязку на глаза, чтобы быстро адаптировать зрение к среде над палубой и под ней. Таким образом, один глаз у них привыкал к яркому свету, а другой к тусклому. Люди и собаки – единственные, кто ищет зрительные подсказки в глазах других. Кстати, собаки делают это только общаясь с людьми. Наш цвет глаз дает информацию о наследственности. Например, голубой цвет глаз встречается чаще в северных регионах, коричневый в местах с умеренным климатом, а черный в районе экватора. Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации. Слезы собираются в маленькие шарики и начинают пощипывать глаза. История циклопов появилась благодаря народам Средиземноморских островов, которые обнаружили останки вымерших карликовых слонов. Череп слонов был в два раза больше черепа человека, а центральная носовая полость часто ошибочно принималась за глазницу. Ваши отпечатки пальцев имеют 40 уникальных характеристик, в то время как радужная оболочка глаза 256. Именно по этой причине сканирование сетчатки используется в целях повышенной безопасности. Глаз человека настолько чувствителен, что если бы Земля была плоской, вы могли бы заметить мерцающую в ночи свечу на расстоянии в 30 километров. Диаметр наших глаз составляет около 2,5 сантиметров и весят они около 8 граммов. Нам же видна только 1/6 часть глазного яблока. Кошка способна ясно видеть окружающие предметы при освещенности в 6 раз меньше той, что нужна человеку. У кошки под сетчаткой находится специальная отражательная оболочка, из-за этого ее глаза светятся в темноте. Мы могли бы видеть ультрафиолетовое излучение, если бы эта способность не отфильтровывалась хрусталиком глаза. Некоторые люди, прошедшие операцию по удалению хрусталика, видят ультрафиолет. Есть люди с фиолетовыми глазами. Это самый редкий цвет глаз, и таких счастливчиков очень мало, только тысячная доля процента от всех людей планеты. Одной из них была актриса Элизабет Тейлор. Спасибо, что поставили палец вверх и подписались на наш канал. Пишите в комментариях, какой цвет глаз вам нравится больше всего.